Всем привет! Сегодня мое любимое видео на YouTube. Я буду рассказывать о бюджетных средствах, но это не просто находки ради видео, это то, чем я реально постоянно пользуюсь. И самое классное, наверное, в том, что это не заезженные средства. Я уверена, что вы откроете что-то новое для себя, поэтому давайте не будем затягивать и поскорее начнем. Это просто хит. Это матовая помада, которая сейчас на мне, польская марка Heian, оттенок 605 Regi, а то забуду сказать. И эта помада весь август со мной везде каталась. Она часто появляется на мне в сторис в Инстаграме. Эта помада также была на мне в последнем шопинг-блоге. Многие спрашивали, теперь вы знаете, что это. И это такой комплементарный оттенок. Он подойдет практически каждой девушке. Я не представляю, на ком он будет смотреться неуместно, некрасиво. Это и для блондинок, и для брюнеток, и со светлой, и с темной кожей. В общем, я очень советую вам присмотреться. У нее приятнейшая текстура. Помада застывает, она не скалывается, она не особо ощущается на губах. То есть тоненько ложится, не отпечатывается. И то, что я очень сильно люблю, когда она съедается, то нет такого резкого перехода. Как будто мы кого-то покусали или кто-то покусал нас. И она очень близка по цвету к моей любимой помаде от марки MAC. Это Мэр. Но только вот Heian. Она более спокойная, вот на грамм буквально, более бежевая. И, честно говоря, если бы я один раз накрасилась MAC, а второй раз вот этой, вы, скорее всего, не догадались бы. Очень приятная помада, и я обязательно оставлю вам название и все-все-все в инфобоксе, как обычно. Мой абсолютный любимец для бровей – это тени от Luxe Visage. Ну вот настолько качественное средство за копейки, что я даже не постесняюсь рекомендовать его профессиональным визажистам. Если вам нужна сразу целая палитра таких правильных оттенков, то берите сразу 4, и вы однозначно подберете что-то каждому клиенту. Если вы ищете средство, которым вот раз-два и накрасил брови, побежал по своим делам, это как раз оно. И текстура такая вот, которая не слишком пылит, которая не наносится пятнами. Когда прокрашиваешь брови, а потом аккуратно расчесываешь щеточкой, всегда все безупречно. Они очень хорошо держатся. И такие человеческие оттенки, натуральные, серо-коричневые, без какой-либо рыжины и неприятного лилового подтона. Единственное, что у меня нет оттенка для рыженьких. Возможно, он есть в палитре, но мне его не прислали. А так это просто люксовый уровень. Моя маленькая путешественница, сыворотка, которая не покидает мою косметичку в последнее время, это новинка от марки La Roche-Posay, сыворотка с витамином С, и называется она витамин С10. То есть, как вы понимаете, здесь целых 10% витамина С. Я, конечно, понимаю, что La Roche-Posay это не совсем бюджетный бренд, но если сравнивать с дорогими сыворотками, которые стоят 80-100 долларов, она делает гораздо больше, и она не просто заслуживает места в этом видео, она заслуживает потраченных на нее денег. Я могу долго рассказывать о том, что делает витамин С и как он работает на будущее, но то, что вы можете заметить спустя несколько дней использования, это то, что рельеф кожи разглаживается, она становится более ровной, более такой свежей, отдохнувшей, сияющей. Вам не захочется прикрывать ее при помощи тонального крема и вообще, в принципе, наносить какую-то декоративную косметику, потому что витамин С осветляет какие-то пятнышки, он выравнивает оттенок кожи. И так, как я сказала, вот знаете, иногда кажется, что все нормально, а потом наносишь сияющий тон или хайлайтер и понимаешь, что поверхность такая неровная. Так вот, витамин С помогает справляться и с этим. Также здесь в составе есть салициловая кислота. Это BHA-кислота, которая способна проникать в поры, растворять загрязнения и избавляться нашей кожи от них. То есть она стимулирует как бы еще больше очищения и отшелушивания также. Поэтому я так любила возить везде с собой эту сыворотку, потому что я очень плохо реагирую на всякие переезды, перелеты. К счастью, была такая возможность съездить два раза к маме и поехать отдохнуть с мужем. Но моя кожа меня за это ненавидит. Как бы я не любила путешествовать, я всегда страдаю высыпаниями. А когда я пользовалась вот этой сывороткой, то их было гораздо меньше или не было вовсе. То есть я наносила ее на все лицо, поверх обычный крем, и все было хорошо. То есть я видела, что реально моя кожа не так стрессует, когда я путешествую вместе с ней. Конечно же, я продолжаю пользоваться ей в такой жизни нормальной, когда я никуда не езжу, я не гастролирую, поэтому большую часть времени я все-таки провожу дома. И я заметила, что это средство еще и хорошо увлажняет кожу. У него приятный, очень нежный аромат на самом деле. Такая слегка гелевая текстура, поэтому вам не нужно много, наносим чуть-чуть. Она имеет слегка желтоватый оттенок, но когда наносишь ее на лицо,
то она вообще незаметна и приятно ощущается. Она не липкая, она не утяжеляет ваш уход. По моим ощущениям, эта сыворотка отлично подойдет на холодное время года и сухой, и даже жирной коже. И то, что однозначно могу утверждать, это то, что она хорошо работает на чувствительной коже и не раздражает ее, потому что с годами моя кожа становится еще и чувствительной. Ну и, конечно, как мы все знаем, витамин С стимулирует выработку коллагена, то есть действует как антивозрастное средство, так что еще и работает на будущее. Поэтому от всего сердца советую. Как всегда, La Roche-Posay не подводят, и мне удается подбирать уход, который хорошо работает на моей коже. Вот. Пожалуй, воспользуюсь еще одной находкой. У нас 34 градуса за окном. Я сижу перед лампами, и мне очень-очень жарко, и мой макияж понемножку тает. Так что я возьму матирующие салфетки от марки Eveline. Мне нужно было что-то, я забежала в магазин, купила, и они очень классные. Если вы ищете какие-то хорошие матирующие салфетки, которые не снимают макияж, которые ничем не пропитаны, которые хорошо убирают жирный блеск, то однозначно советую. Их здесь много. И они также очень часто в моей сумке. Просто сейчас достала, чтобы чем-то воспользоваться, потому что я сильно блещу. Вот. У меня, правда, сияющий тон, но салфетки убирают хорошо жирный блеск. Тогда и поры не так заметны. Это было немножко out of topic, я не собиралась их показывать, но они очень хорошие, я довольна своей покупкой. Я очень много раз нахваливала аромат от Diptyq под названием Philosophicus. Он очень свежий, если все ароматы вас душат, если вам не нравятся сладкие ароматы, если вы любите все зеленое, что-то, что как бы позволяет еще глубже вдохнуть, когда очень душно, когда все с такими более заезженными, что ли, ароматами вокруг, когда хочется чего-то очень легкого. Я знаю, что во время беременности многих душат ароматы, ничем не хочется пользоваться, или хочется чего-то в стиле, вот знаете, Джо Малон и так далее. Но этот аромат не слишком стойкий. Так вот, бюджетный аналог держится еще круче. Этот аромат пленил мое сердце, потому что он максимально, естественно, отражает аромат самого инжира. Так вот, предыстория. Я пришла к своей подружке Канетке, мы очень долго беседовали, а потом я зашла в ее ванную комнату, и у нее на полочке рядом с зеркалом стоял аромат от Элизабет Арден. Тоже зеленый чай, только с фигой, с инжиром. Я говорю, можно я попробую, что это такое? Она, да, пожалуйста. Я нанесла, и он настолько похож, там есть минимальная нота вот этого зеленого чая. Если вам нравится классический зеленый чай от Элизабет Арден и вы хотите попробовать что-то с инжиром, или в принципе вы считаете, что это слишком дорого за такую стойкость, хотелось бы найти что-то побюджетнее, я вам очень сильно советую. Если его нет в магазинах, то он однозначно представлен онлайн, потому что я сразу же все проверила. Я оставлю вам ссылки внизу. И у нас, например, он продается в Суперфарме, в Росмане очень часто на акции, и стоит не дороже, ну, где-то 18 евро. А вот это, по-моему, 80, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, очень много. Я сейчас заканчиваю этот и уже знаю, что мне не придется снова раскошеливаться. Наверное, не нужно говорить о том, насколько сильно я люблю средства от Make Up For Ever. Это идеальный бронзер-скульптор, матовый, он приятный, шелковистый. Он так идеально растушевывается, мне казалось, что идеальнее невозможно. И оттенок — это что-то феноменальное. Было феноменальным, пока я не попробовала вот такую палетку от марки Haan, которая стоит, как вы уже догадались, в разы дешевле. И здесь целых три оттенка. Здесь, по моему мнению, два оттенка скульптора, хотя они пишут, что один из них бронзер, а второй скульптор, но на бронзер ни один из них вообще не похож, потому что они имеют серо-коричневый оттенок, только такой вот естественный, то есть и не рыжие, и не лиловые, в общем, вы знаете, такие, которые хорошо подходят для того, чтобы придавать лицу правильные формы, для того, чтобы что-то корректировать для фотографии, для съемок. Даже если вы, в принципе, никогда не пользуетесь скульптором, то мне кажется, что иногда полезно иметь что-то такое, особенно когда ты идешь на день рождения, не знаю, даже на выпускной к своему ребенку, куда угодно, когда фотографируешься, то все-таки красивее, когда лицо не смотрится белым блином, а когда на нем есть нужные тени. Пусть даже они есть в реальной жизни, на фотографиях во время видеосъемок это все очень сильно стирается. И в нашей жизни
Есть много мероприятий, когда мы фотографируемся. Это и крестины, и рождение детей. И, по-моему, сейчас все фоткаются, и это стоит недорого. Поэтому я советую вам обзавестись чем-то таким. Я сейчас еще вспомню о своем очень давнем фаворите, который снова появился в моей косметичке. Я очень-очень рада, тоже марка Хэан. А вообще, моя зрительница работает в этом бренде. Она написала мне, что: «Оль, я смотрю, мне очень приятно, что ты вспоминала какие-то наши средства. Можно мы тебе пришлем?» Поэтому эти средства мне прислали. Вообще, огромный практически чемодан. Но сегодня я хотела бы показать то, что мне больше всего понравилось, и то, чем я вот постоянно пользуюсь и не могу нарадоваться. И, конечно же, с удовольствием делюсь с вами. Если для кого-то принципиально, что мне присылают, что я покупаю сама, то говорю, но для меня нет никакой разницы. Я всегда высказываю свое мнение. Так вот, текстура в этих скульпторах ни на грамм не уступает моему любимому средству. Мне кажется, что эта дырочка говорит обо всем. И они также красиво, также хорошо наносятся. Они не пятнят, они прекрасно держатся. И за правильные оттенки огромнейший плюс тоже даже для визажистов. Потом, когда я попробовала вот этот хайлайтер, я сначала сделала свотч, думаю, ой, нет. Но когда я взяла кисточку и начала это полировать в кожу, здесь нет ни единой блестки. Это равномерное такое лунное свечение, как будто у вас просто красивая, такая хорошо увлажненная кожа. Не нужно таких средств много. Просто берите пушистую кисть и раз-раз-раз растушевали. Я сегодня очень сильно набронзировалась. Это, знаете, из серии «Почувствуй себя бронзовой богиней». Красишься, и так лето, не уходи. И, во всяком случае, я попользовалась всеми своими темными бронзерами. И если я переборщила, то не обращайте внимания, случается. Палетка, которую я очень много раз нахваливала, также бренд Хэан. И у меня было слишком много всего, и я кому-то подарила эту палетку. У нас здесь красивенные румяна, которые я могу назвать аналогом NARS. Также хайлайтер, который, я не могу сказать, что он похож на Mary Lou, потому что Mary Lou на мне слишком желтит. Он ванильный. Если вам нравятся именно розовые хайлайтеры, то это единственный минус для вас в этой палетке. А так, мне кажется, что именно ванильные хайлайтеры гораздо красивее выглядят на коже и более естественно, чем очень холодные. И правильный серо-коричневый матовый скульптор, также как в палетке Coconut, которую я только что показывала, но Coconut, она более мягкая. Это такой даже не жесткий, у него просто классическая текстура, да, вот те мягчайшие, такие отличающиеся от всех остальных, а вот это просто классический матовый скульптор, не слишком темный для светленьких девушек, для всех и даже для визажистов. И эта палетка очень сильно напоминает палетку от NARS. Здесь и хайлайтер похож, и румяна, но здесь бронзер, и он еще и с шиммером. Это, может, не всем нравится. И вот эту я все-таки считаю более универсальной и нужной в косметичке даже новичка, того, кто только учится краситься, потому что с этой палеткой у вас, скорее всего, не получится напортачить или вам придется прям очень сильно постараться, чтобы испортить свой макияж при помощи этих средств. Они очень-очень простые в использовании. Теперь у нас аналоги блесков MAC. Я скажу сразу, что это плотные, густые, немного липкие блески. Мне такое нравится, потому что они гораздо дольше остаются на губах. Они очень хорошо защищают губы от пересыхания, от обветривания и также прекрасно восстанавливают губы. Убирают всю сухость и иногда даже в качестве бальзама я просто наношу эти блески от марки Belle. У нас была акция минус 50%. Многие блогеры на YouTube в Польше рассказывали, что это просто обалденные блески. Я побежала и купила каждый за, по-моему, $1.5. То есть за $3 у меня 2 полноразмерных блеска. Представляете? У них очень приятная линейка по цветам именно. О текстуре я вам уже рассказала, о свойствах. Но много нюдовых блесков в стиле Ким Кардашьян. Это как такая прозрачная лаковая помада, даже можно так сказать, потому что это необычный классический блеск. Он очень долго остается на губах. И если вам не нравится, когда губы прям как склеенные медом, то это, наверное, не для вас. Но многим реально нравится. И это
Но вот знаете, если бы в MAC такие блески не продавались, если бы они не пользовались спросом, они бы перестали их выпускать. Поэтому я верю в то, что это нужно многим в косметичках. И у меня два оттенка. Один посветлее, 02, которым я сейчас не могу пользоваться, потому что я загорелая девушка. Но скоро это закончится. И у него такой, знаете, не слишком розовый, не слишком бежевый оттенок. И моя подружка Сандра, жена Михала, также обожает эти блески. У нее штуки 3, если не больше. Она профессиональный визажист. И я уверена, что она и на клиентах их использует. И очень красивый, чуть более темный нюд. Это 03. Такой, знаете, оттенок пыльной розы. И они дают легкий цвет на губах, но не нужно наносить много. Потому что если нанесете, то это будет некрасиво как-то вот выглядеть. Поэтому берем немножко. И этого достаточно, чтобы он никуда там не сплывал, не растекался. Хотя я не могу сказать, что он как-то выходит за контур губ. Я как-то наношу нормальное количество, и у меня все в порядке. Поэтому очень советую вам вот такие блески от Belle под названием Super Nude Gloss. Дальше у нас еще одна единица из ухода. Я смотрела, что 5 таких масок стоят $10, то есть за одну 2 бакса. Тоже не совсем бюджетно, но прям за копейки что-то вау-вау-вау очень сложно найти именно из ухода. Поэтому выбирайте сами, но если тратиться на тканевую маску, там перед чем-то грандиозным, после кислот, если вы просто любите кормить свою кожу и предпочитаете косметику из среднего сегмента, наверное, даже так, то очень советую обратить внимание на масочку от JM Solution. Мне ее подарила Маша Серд очень давно. Не вот эту я уже докупила сама. Я попробовала и была удивлена тому, насколько хорошо она работает. Это маска SOS для вашей кожи. Мало того, я скажу, что я еще сделала, возможно, вам это тоже пригодится. Здесь очень-очень много эссенции, поэтому я мало того, что воспользовалась маской, я нанесла все практически до половины туловища, так много ее еще и на второй день осталось, я просто нанесла ее в качестве сыворотки под свой крем. Это увлажняющая бомба, можно и так сказать, маска, которая очень-очень хорошо восстановит вашу кожу, если она пересохла, если она обветрилась, если вы куда-то приехали из другого климата, если вы остро реагируете на смену погоды. Вовсе не обязательно ехать на другой континент, чтобы ваша кожа была в шоке и отреагировала не очень хорошо прыщами и так далее. Потому что может быть жара 30 градусов, а потом вдруг стать 16. У нас так бывает. В Польше это нормальное явление, и мое лицо сходит с ума. Я сразу включаю более интенсивный уход. Иногда я использую какие-то новые для себя маски, например, очищающие, и они прям очень сильно вытягивают влагу из кожи, и мне нужно что-то, чтобы быстро ее восстановить. Это обалденная маска. И я считаю, что $2 – это золотая цена за нее. И если вам негде ее купить, допустим, в единичном экземпляре, то советую собраться с подружками, с мамой и заказать, потому что эта маска стоит заморочек. Но, по-моему, девчонки мне писали, что в России они без проблем продают. Две базы под тени, которые очень сильно напоминают базу от NARS, именно прозрачную, самую первую, насколько я помню. Одна представитель корейской косметики, это бренд Etude House, и вторая от Luxe Visage, которая, по-моему, появилась относительно недавно в продаже. Давайте начнем с вот этой, которой я пользовалась чуть дольше, потому что она у меня где-то, наверное, с июня. База практически бесцветная, то есть когда наносишь ее на веко, то она кажется слегка белая, но потом растушевываешь, и она, вот видите, превращается просто в нечто такое легкое, увлажняющее даже, можно сказать, но не липкое. И если говорить о базе от MAC, она более, как знаете, клей, что ли, то есть ее нужно распределить, разогреть. Она силиконовая, но она более плотная. Это именно жидкие базы обе. Так вот, эта база сначала кажется такой никакой, потому что она впитывается. Если у вас сухие веки, то для вас это однозначно плюс. Но она впитывается и не оставляет века сухим, таким стянутым, сморщенным, даже можно сказать старым, некрасивым, неприятным. И тени на сухих базах лично у меня отвратительно тушуются. Эта база делает цвет более интенсивным, цвет теней. Ее даже не обязательно припудривать. Я иногда это делаю, когда у меня более сложный макияж, когда нужно хорошо все растушевывать. Но в большинстве случаев я просто наношу ее, дальше тени. На нее классно приклеиваются всякие сатиновые тени, более блестящие. И она
очень хорошо себя проявила. То же самое могу сказать о вот этой малютке от Luxe Visage. Тени и дольше на них, на вот этих базах держатся, и макияж, как я сказала, более насыщенный. Если вы ищете базу из доступного сегмента, то очень советую вот эти две, они продержат ваш макияж глаз не просто до конца дня, а до того момента, когда вы решите смыть свой макияж. Наверное, невозможно будет посчитать, сколько раз я нахваливала вот этот пигмент от марки MAC в оттенке 10. Он действительно феноменальный, и он практически неповторим, но я нашла кое-что, что очень-очень близко и даже более удобно в использовании. Именно поэтому на свадьбу брата я красилась этими тенями. Мне просто не то чтобы сложно воспользоваться пигментом, но когда ты переживаешь, когда волнуешься, то все-таки мне проще воспользоваться такими тенями. Но если есть возможность, то, конечно же, купите миниатюрку вот этого средства MAC. Тени от Haan под названием Treasure очень классные. Это металлизированная фольга, скажем так, и они очень красиво сияют. В принципе, у них интересная текстура, они полувлажные, наверное, можно так сказать. И когда набираешь их на палец, то даже кажется, что они такие немного кремовые. И вы знаете, эти тени вовсе не обязательно наносить на влажную базу или так как с пигментом наносить влажным способом, они и так очень хорошо приклеиваются к веку и красивенно сияют. И это, знаете, не просто золото, не просто бронза, здесь намешано несколько оттенков, поэтому смотря чем вы будете дополнять свой макияж, можно и чем-то розовым, можно и просто коричневые смоки сделать, и на центр века положите вот эти тени, это будет смотреться божественно. Как макияж в стиле Victoria's Secret, я вам точно обещаю, и точно обещаю это вообще, на каком языке было. И я, конечно, уже сегодня накрашена, но давайте попробуем добавить на макияж. Вот, видите, все пальцем растушевывается. Я взяла уже не из баночки, а только то, что у меня было на пальце. Вот, легкий оттенок. Если, конечно же, взять просто нанести на веко и из упаковки, то будет смотреться более интенсивно. Вот, такая красота. Ну а на этом у меня все. Если вам понравилось, если видео было интересным, если вы узнали что-то новое, не забудьте поддержать меня пальчиком вверх, мне будет очень-очень приятно. Все, всех целую, обнимаю, пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро.